Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Останутся ли Фарах и Керимша теперь с Тахиром? Сможет ли Мехмед арестовать старшего инспектора Таира? Выполнит ли Тахир Адиль просьбу Бея? Началась ли любовь между Тахиром и Фарах? Все и многое другое в нашем видео прямо сейчас. В конце эпизода Адиль Бей попросил Тахира найти и привести Фарах, пока его сажали в вертолет. Тахир сначала не мог понять. Но когда он обернулся, то увидел перед собой Фару. Фара и Тахир снова встретились лицом к лицу. Когда Фара убегает от Тахира, каждый шаг приближает ее к Тахиру. Понимая, что ей уже не избавиться от Тахира, Фарах беспомощно останется с Тахиром. Комната, которую Таир показывает Фаре и ее сыну, будет грязным местом, как склад, по крайней мере, на данный момент. Однако Фара очистит это место и создаст чистое жизненное пространство для своего сына. Кажется, что он будет хорошо ладить с Тахиром Керимшахом в течение времени, которое Фарах и Керимша проведут с Тахиром. Эффектные слова Керимшаха каждый раз заставят Таира задуматься. В частности, Керимшах спросил Тахира: «У тебя нет матери?» Задумчивое отношение Таира во время вопроса заставит его вспомнить некоторые события из прошлого. Он, вероятно, будет думать о некоторых плохих временах, которые у него были в прошлом с его матерью. Фарах, с другой стороны, не может понять, как она попала в такую ситуацию и задается вопросом, что с ними будет дальше. Хотя слова Тахира поначалу очень беспокоят и злят Фару, этот процесс сблизит их. Однако понятно, что Фарах не хочет оказаться в такой среде. Хотя Тахир может показаться очень крутым и плохим человеком, на самом деле в нем очень хорошая личность. Со временем мы увидим, что его любовь к Фарах и Керимшах возрастает, и он влюбляется в Фарах. Все действия, которые он делает сейчас, заставят их обоих сблизиться. Мы можем признать, что это начало этой ситуации, особенно когда Тахир не сказал, что Фарах пошла в полицейский участок в том, что он сказал Адилбею. Во всяком случае, Фара не такая иммигрантка. Мы все вместе увидели, что он был очень хорошим врачом после того, как он вмешался в господина Адиля. Мы увидим, что он будет больше использовать эту функцию в процессе. С другой стороны, комиссар Мехмед ни на мгновение не перестанет следовать за Тахиром. Убийство Альперена оставило в нем глубокую боль. С этой болью мы будем следить за преследованием Тахира при каждой возможности. Собственно говоря, с Тахиром проблем нет. Однако ссора между вождем Мехметом и Тахиром не нова. Посмотрим, процесс может даже удержать их обоих на одной стороне в будущем. Хотя Фарах и Керимша, кажется, остаются с Адилбеем, у Адилбея есть планы на обоих. В частности, заявление господина Адиля: «Мы позаботимся о Керимшахе». Но «Женщина умрет» произвело на Тахира шоковое впечатление. Конечно, мы все можем понять, что Фара не умрет. Но посмотрим, как наш герой Тахир преодолеет эту ситуацию. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. Пока.